представлены работы самых разных техник, да, самых разных стилевых направлений. От того, что касается этнической тематики, и современной работы, и есть некоторые и находки, то, чего раньше не было никогда. Выставлены, например, эксперименты с эмалью. Вот впервые за много времени мы показываем чеканку, технику, про которую уже забыли. Меня очень удивили украшения, они очень красивые и очень необыкновенные, неординарные, что очень, как сказать, необычно для нашего современного искусства. И я даже очень горжусь. Я все время предлагаю выйти на уровень выше, на мировой уровень, потому что азиатское искусство навсегда привлекало внимание. Я считаю, что оно достойно мирового уровня. Мне очень нравятся работы студентов и мастеров, так как тут представлены и те. Я бы сама хотела стать ювелиром. Мне очень нравятся филиграни и финифть. Это красочно и очень необычно. Я считаю, что различия в работе все-таки есть, потому что раньше были немного другие стандарты, другие техники, но и сейчас работа улучшается, приносятся какие-то изменения, наработки, улучшения. Особенность заложена в названии. Это выставка ювелирного искусства и мелкой пластики, ну, в частности, скульптуры. Рынок все-таки диктует свое. Надо работы, чтобы их приобретали. А такие вот чисто традиционные, может быть, не каждый готов купить. И поэтому они такие как бы универсальные, уже с этническим акцентом, но они как бы современные.